Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Чего? А вот что. Ничего. Давненько у нас с тобой не было. И что-то сказал сейчас, нет? Типа там, всем привет, друзья. Сказал, нет? Что-то прям меня смс-ка смутила. Игрушка, короче, под названием Jump King. Про прыгающего чувака, которым очень сложно управлять, насколько я понял. Я увидел эту игру мельком. Мельком увидел на этих, на тех, на других платформах, короче говоря. И думаю, нихера себе. Давненько мы с вами не страдали всякой херотой. Кто-то, я не говорю, что все. Я скажу, кто-то один. Максимум два человека скажут, что это игры бесполезные. Я скажу, что они не бесполезные, а без на не без дает, соответственно, ноль, поэтому это игры полезные. Ну, математика, она как бы царица полей, поэтому как кукуруза. Поэтому никаких здесь, в принципе, возражений быть не должно и не может. Немножко тут с моей болезнью затянулись, короче говоря, прохождение, потому что выходит по одной игре в день. Ну, блядь, температура никак не спадет, меня заебало. На меня, короче говоря, на что я могу поделать? Поэтому надо чуть-чуть размяться, чуть-чуть понять, чем вообще соль, чем вообще смысл. Есть тут русский язык, Graphics, Borderless, что это за хуйня, Controls, Scans, что непонятно. Короче, ни хрена тут нет, я так понимаю, поэтому New Game нажму, и мы поедем. Легенда здесь курящая, горячая, курящая, горячая, что-то там. Ты слышал, ты тоже слышал легенду, говорит дед. Так ты пришел, чтобы получить эту детку, правильно? А тогда пиздуй наверх. Ну ок. Ха-ха-ха, говорит дед, который сидит в углу. Интересно. Да, хорошо, ходить я могу, как прыгать? На пробел, все понял. Прыгать на пробел. Опа, это палатка. Так, я что-то выиграл, хорошо. Я что-то выиграл, по-моему. Игрушка, не могу ничего с ней сделать, не могу никак ее растянуть. Хотя я попробую ее растянуть. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте сделаем следующим образом тогда. Тогда вот так как-то. Записывать я буду так, но ты, в принципе, не видишь никакой разницы, потому что я себе оттянул, чтобы растянуть, чтобы потом было все нормально, чтобы можно было взять картинку. Короче, похеру. Игра называется Jump King, и здесь, собственно, нужно прыгать. И так понятно, чтобы прыгать, нужно держать пробел. Да, окей, нужно держать пробел, и... Окей, а прыгает он сам, да, отпускается он сам какой-то в определенное время. То есть мне нужно жать пробелы в сторону, куда я хочу прыгнуть. У меня только одна определенная дуга, и больше ничего у меня, собственно, нет. Хорошо. Я должен подгадывать, куда и зачем мне прыгать. Так, их нихера себе. Red Crown Woods. Лес красных корон или что-то вроде того. Так, ну хорошо, пока идет все, в принципе, довольно неплохо. Прямо идет, я бы даже сказал, хорошо. Да, не очень. Что? Ага, нормально, никаких смертей. Так, нормально, здесь принцип бильярда играет. Я от стеночки до стеночки и обратно на коленочки. Привет, здравствуйте. Я поймал фею. Фею ты поймал? Что это, блядь, постоянно щелкает? Ты хочешь пикнуть? Слишком плохо. Так, я не знаю, возможно, дед нам рассказывает какие-то приколюха. Это что-то типа... Это... Ты, блядь, нормально, нет? Что-то вроде мужика в котле, но теперь мужик, который садится и в шлеме, и прыгает он только по неопределенным траекториям, которые мне не особо известны и не особо знакомы. Но у меня что-то получается, это уже хорошо. Зависит от того, сколько я держу, он прыгает либо выше, либо ниже. Никакого показателя... Встань, пожалуйста. Никакого показателя прыжковости здесь нет. Совершенно. То есть я не вижу даже, куда он может прыгнуть сейчас. А, подожди, может быть, это есть в опциях? Секундочку, смотри-ка. Опции. Контролирование. Default, save, bind, secondary buttons, bind, mine, buttons. Так, это все не то. Graphics. Borderlands, X2. Что такое X2? Это рамка, наверное, увеличить, усилить. Ладно, хрен с ним. Блять. Ну, понято. Так и поиграем. Так, сегодня и поиграем. У меня, я имею в виду, что я хотел бы показатель натянутости, показатель... Ты заебешь, блядь. Показатель силы, чтобы понять, с какой силы я сейчас и куда прыгну. То есть, в принципе, я могу чуть-чуть засекать, куда он примерно может прыгнуть. Но, блядь, показательная полоска какая-то, она была гораздо... Сука. Она была гораздо здесь логичнее и гораздо было бы удобнее. Заебешь, серьезно. Так, окей, значит, направление постоянно нужно держать. И направление, и сам пробел постоянно нужно держать, тогда он прыгнет туда, куда мне нужно. Замечательно.
Замечательно. В принципе, ага, нам нужно вон туда. Но здесь пока что все просто, здесь я просто допрыгиваю. А здесь со всей силы нужно прыгать. Хуй-то там, не со всей силы. Ладно, а как же допрыгнуть-то? Тут как бы не особо хорошо прыгается вообще, если что, плохо, спокойно. Я постоянно пытаюсь нажимать в сторону, в обратную направлению, но мне что-то подсказывает, что это мне не особо нужно и не особо помогает, потому что все это пиздеж. Так, хорошо, а как же мне прыгать туда-то? Секунду, ну-ка вот сюда упади. Мне тупо интересно. А, все, если я прыгну так, то он прыгает. А, все, понял. Он прыгает довольно далеко. Я осознал. Хорошо, смотри-ка. И раз. Нихуя, серьезно, а когда допрыгну до туда? Спокойно, не надо так, да иди твой. Ой, бля. I reached the baby однажды он достиг этой цели, сказал. Нет, ты пиздишь мне, старый, ты мне... Опа, не в ту сторону, хорошо. Старый мне врет, потому что если бы однажды ее достиг, то он бы там, собственно, и остался, а он почему-то взял, короче, и сидит такой внизу, в самом, блядь, низу. Сидит и тухнет. Я ему не верю, он меня явно что обманывает, потому что это просто вылитый старый пиздобол. А зачем так сильно-то? Я так сильно не нажимал. Он, типа, выполняет роль сейчас у нас этого, как в «Мужике с котлом» был, типа, рассказчик. Когда ты падал, когда ты что-то, блядь, творил хуйню, рассказчик постоянно включал какую-то глупую музыку и пытался тебе рассказать, что, в принципе, не все так в этой жизни плохо. Но здесь рассказчика нет, и звука здесь, в принципе, тоже никакого, кроме прыжков озвученных, нет. Так я могу бегать, хорошо. Да, блядь. Ничего здесь в этой игре нет, поэтому здесь за место этого просто сидит дед-пердед. Ну, хорошо, ладно, хорошо, допустим. Раз, красиво. Два. Сука, ты можешь повыше, пожалуйста, прыгнуть? Пожалуйста, повыше, чуть-чуть повыше, пожалуйста. Вот, да не сюда, ой, блядь, ну, конечно, ладно, хорошо. Я тебе говорю, показатель силы нажатия, времени нажатия был бы вообще очень сильно к месту. Сука, был бы совсем прям очень сильно к месту. Очень, я бы хотя бы видел, сколько мне нужно нажимать. Потому что я как бы, у меня внутренний счетчик не такой точный, чтобы до миллисекунд замерять охуенно. Сука. Чтобы до миллисекунд замерять, правильно я... Заебал. Правильно я нажал или неправильно? Я так не могу. Возможно, к этой игре есть какой-то патч, который помогает, собственно, тем, у кого внутренний таймер не настолько хорош, как требует эта игра. Но, как говорится, это не для нас. Хорошо, окей. И раз. Вот так хорошо. Вот так замечательно. Вот другое дело. Совсем другое дело. Спокойно. Ну-ка, тихо, и раз, хорошо, и раз. Ой, как хорошо! Так, ворона падла, ты собьешь меня, нет? Пизды получше, я тебе реально говорю. Красиво. Да, а это чекпоинт, ну, само собой, ворона улетела, чекпоинт, хорошо. Я сначала просто прыгну вверх. Просто прыгну вверх, потом просто прыгну сюда, все логично. Так, это что? Ха-ха-ха-ха, ишь ты, блядь. Так, то я прыгну вот сюда, хорошо. Раз, красиво. Так, теперь мне нужно запрыгнуть в дерево. Раз. Хуйца там. Окей, спасибо тебе, ветка от ворона, ты меня спасла. Спокойно. Давай, и раз. Нужно как-то повыше чуть-чуть прыгнуть. Ну, примерно вот так, да. Примерно вот так, мне кажется, это спасительная ветка, как бы с нее наебнуться, еще нужно постараться. Я могу, по идее. А с другой стороны, вряд ли. Я хотел допрыгнуть вот сюда. Есть мышка здесь? Нет мышки. Вот сюда, видишь, вот на правый дуб. Я хотел запрыгнуть туда, но мне кажется, мне не получится. Сюда нужно будет вставить какую-нибудь легенькую... Сука. Какую-нибудь легенькую расслабляющую музяку, потому что, ну, здесь музыка тупо... Я въеб... Ой, блядь, потому что здесь, в принципе, не... А, серьезно? А почему? Я ебаш. Ну, конечно, потому что здесь вообще, в принципе, никакой музыки нет. И от этого херово, вот. От этого, собственно, херово. От этого еще хуже получается, потому что здесь нет никакой... Ты серьезно, блядь? Ты серьезно? Здесь... А, серьезно? Ты ты дурачок? Ты вообще дебилачок? Нет, скажи мне, пожалуйста, что с тобой не так? Зачем ты это делаешь? Раз, вот и все. Два, красиво, смотри-ка. Раз, отлично, смотри-ка, потом раз, вообще заебись. Потом не надо, так не надо лететь! Спокойно. Тут я уже выяснил, тут надо с краешку прыгать, с краешку, потом вот так вот. Ать, хорошо, ать, красиво. Опа, заебись-ка. Опа, отлично! А теперь до упора... Как не до упора? В смысле не до упора? Ты что? Я все же до упора там прыгал, нет? Отлично. Блять, собака такая, я ебал. Спокойно, и раз, красиво назад, красиво, хорошо, и раз, замечательно, еще раз, и два, отлично, сюда с краю, и опа. Самое обидное будет достигнуть вершины и наебнуться прямо у ее конца. Так возможно, старый-то просто типа однажды видел, но не факт, что он доходил до туда. Ебаный брат. То есть он типа видел, но
Сука, доходить не доходил. В этом, собственно, вся проблема старого. Ладно, старый хер с тобой. Но он, типа, значит, сдался просто. Он шел-шел и сдался в какой-то момент. Мы так не поступим, потому что, ну, зачем нам это нужно? Спокойно! Ай, отлично. Здесь со всей силы. И раз. Не понял. Со всей силы. И раз. Не понял. Отсюда, со всей силы. Хорошо. Так, спокойно. И раз. Красиво. Так, значит, я прыгаю вот так. Хорошо. Замечательно. Не понял. Сейчас не понял, я сейчас пойму все, я не понял. Спокойно. Хорошо. Не понял, спокойно. Вот сейчас понял. Вот сейчас красиво все. Вот, отлично. Так, не понял. И раз. Сука. Что за глупый поворот здесь, я не понял. Ай, блядь! Ну, конечно, естественно, Ой, спокойно, где я? У меня это место уже из памяти стерлось, если честно. Уже, сука, стерлось это место у меня из памяти. Уже! Стопэ. Хорошо. Ну, бляха, до сюда я уже дохожу просто прям на раз. Ты ебаный же в рот. Вот здесь очень четко нужно попасть. Очень четко. Очень четко здесь нужно попасть. Прям... Блять, пиздец, как сильно четко нужно попасть. Просто наичайше. Что? Всю жизнь проходил вперед, всю жизнь нажимал прыжок, всю жизнь запрыгивал. Встань! Ёпта, ты что? Блях, какая дурная игра. Докуда она вообще происходит, мне интересно просто. Я, кстати, не помню, сколько она стоит, но она куча ночь. Я не помню. Unlike you, I learned from my mistake. А, окей. Он типа говорит, я учился на своих ошибках, а ты дебалоид. Ну хорошо, допустим. Вообще-то я тоже учусь на своих ошибках, но у меня нет показателя силы, понимаешь? Я не понимаю, как сильно он сейчас прыгнет. Просто не понимаю. Здесь вообще непонятно, сколько здесь стадий силы прыжка. Одна или три. Потому что как бы есть вообще разница от того, что я нажму 3 миллисекунды или 4. Тут как бы, например, просто быстро 1 секунда и 3 секунды. А есть промежуточные значения типа 0,3, 0,7. Вот это вот есть здесь, нет? Ты, блядь, спокойно. Ну, наверное, есть, иначе да, с другой стороны, да, хоть это нужно. Если бы они были, это было бы вообще жестко, мне кажется. Я же не могу контролировать силу нажатия каждую миллисекунду. Так, как я запопал потом? Непонятно. И раз. Окей, не так. Так уже точно не прокатывает, так запомнили, так закрепили, так поехали дальше. Просто так, типа, на дурачка не прокатит, нужно посильнее. Хорошо, отлично. Чуть-чуть, то есть миллисекунды здесь все-таки существуют. Пизда, нормально, хорошо. И ладно, главное сюда добраться. Здесь на самом деле, вот здесь несложно. Этот экран несложный совершенно. Сложный пока что самый из того, что я видел, это второй экран, то есть второй уровень. Вот там реально херово. Так, смотри, бежим, и раз, хорошо, и раз. Да иди, что ты твою жмажешь? Что ты делаешь? Давай нормально. Опа, хорошо. Все-таки музяку придется какую-нибудь вставить, потому что я сейчас вообще без музяки играю. Это очень сильно меня печалит. Хорош! Нет, спокойно. Хорошо, спокойно. А ты ж бляха, здесь надо четко прям, чтобы он не отрикошетил от стены вот так вот. Вот другое дело, наверх. Ага. Хе-хе-хе-хе-хе, чего, блядь? Не понял, на ту сторону нужно? Вот в смысле сюда направо? Я просто не могу прыгнуть чуть-чуть влево. Я могу либо сильно, либо хуй-то там. Ну вот да, понял. Вот. Сука. Я не могу прыгать на определенный угол. Я могу прыгнуть либо так, либо вот так, либо вот так. Понимаешь, в этом вся хуйня. В этом вся хуйня, спокойно. Ай, что? Опа. Ну ладно, здесь еще тоже куда не шло. Ну вот здесь тоже, конечно, сложная перепрыжка. Но я с ней... Спокойно. Но если я вроде справляюсь, это самое главное. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо! Ебать, таймер нашел какой-то внутренний. Внутренний таймер у меня появился, слышь? Внутренний таймер, смотри. И раз. Собака. Хорошо, смотри. И раз. Внутренний таймер пошел. И раз. Внутренний таймер пошел. И раз. Сильно. Окей, спокойно. Внутренний таймер. Включили. Раз. Часы. Хорошо. Два. Швейцарские такие хорошие. Раз. Три. Четыре. Хорошо. Опа, капитан. А, капитанские часы. Вот эти подводники не работают. Сегодня плохо здесь. С этой игрой. Какие еще часы, ты знаешь? Кварцевые. Нет, тоже не то. Опа. Хорошо. Опа, красота.
Опа, ай, замечательно. А теперь нужно попасть вон туда, чтобы потом оттуда попасть туда, потому что сначала попасть на ветку, а с ветки потом наверх, а он так наверх не допрыгнет. Ебать. Не понял. А можно сделать от стены? Еще раз. Сука. Ха! Не понял. Сейчас думай. Сейчас думай вместе со мной. Сейчас смотри, мы, короче, типа должны были сейчас сначала наверх. Так, отлично, разминайся. Сейчас пока размени. Я что-то не вкуриваю. Нет, он не может прыгнуть на ровный градус. От стены он тоже не отрикошечивает. Может, быть, прыгнуть с ветки от стены туда? Типа по касательной вот так пойдет? Да ебать, ты что, дурачок, это бред вообще. А может быть теперь с этой ветки надо прыгать вперед? Вот сюда? А-а-а! Нет, ну это хуйня, ладно, это... это понятно. Это все легкотня, это, ну как, это каждый день, да серьезно. Мы же это тренировали еще сколько, в каком классе? В каком классе проходят такие прыжки? Это же все ебаная геометрия, физика, вот этот вот разгон, вот эти, все нужно просто проделать. Ну как бы, если в бильярд играешь, то по-любому вообще тут не поможет. Тут как бы вот... Да ебать, я так долго не нажимаю так сильно. Я нажимаю вообще прям мало, смотри, раз. Хорошо, нажал, смотри-ка, и раз. Вот, дорога, а, опа, красота. Опа, хорошечно было практически, ну ладно. Раз, спокойно, два, красиво. Аккуратно, раз, четыре, и опа, пять, смотри-ка, и опа, хорош, опа, спидран пошел, опа, молочек, опа, красавчик, опа, ебаха, вот это красаха, опа, молодца! Не понял. А, это тоже, окей, кроны, они работают. Нахуй сюда запрыгнул? Если я сейчас от стенки пытаюсь прыгнуть, меня выкинет нахер с этого дерева. А ты спокойно. Ладно, тогда туда прыгнем, окей. Ну конечно! Куда же еще-то? Блять! Ёбана отхлебана, смотри-ка, раз. О, хорош! Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, аккуратно. Страшного сейчас ровным счетом не случилось ничего. Ничего, спокойно! А-ха-ха-ха-ха! Вот для чего! Да? Так бы сразу и сказали. Ебать, спасибо! Ну тут, конечно, разрабы молодцы. Тут... Не, ну тут разрабы, конечно, щадят. Щадят игрока как никогда. Ой, хорошо. Ой, хорошо было сейчас! А вот сейчас уже было не очень. Спокойно. Красть! Что, блядь, делаешь? Спокойно. Да, и ты слышишь? Вот, спокойно. И раз. А то что? Наконец-то. Опа. Опа, не надо так. И раз. Бляха, спокойно. Так, смотри-ка. 5 это сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Окей, это 5. То есть нам нужно примерно 0,3. Раз, хорошо. И раз, отлично. Чуть-чуть побольше. Раз, не туда. Опа, красиво. И раз. Да чуть-чуть побольше. У меня палец боится дольше нажимать. Палец все уже боится дольше нажимать. Сука. Он испуган. Палец испуган сейчас, он боится нажать дольше положенного. Боится нажать дольше положенного. Боится. Спокойно. Хорошо. Ой, блядь, что делают? Ты посмотри, что он творит! Я охуею, как так четко можно нажимать-то? Ой, хорошо, здесь на всю. Ой, хорошо, здесь тоже на всю. А вот не на всю, здесь на всю не надо. Вот здесь тоже на всю не надо. Опа, смотри-ка. Опа. А! Чуть-чуть побольше, мразь! Вот здесь я, кстати, тоже не на всю нажимаю, ты заметь. Ты думаешь, это так легко? Ты думаешь, так филигранно, ебать, прыгает? Ты что там нажал, прыгнул? Надо четко вымерять миллипиздри секунды все вообще абсолютно до последней. Чуть не миллипиздрешь лишнего, все, он никуда не полетит. Он ударится в стенку и до свидоса, все. До свидоса тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Ага. А, сука. Ага.
Чего, блядь? Чего? Не, ну здесь тупо, короче, просто нажатие чуть-чуть маленько, прям все. О, красиво, как наверх, чего там? Понял. О, колоссальный дрейн. Окей, не надо. Не надо, чуть повыше. Арашабар! Ты чего? В смысле? Так, ладно, окей, все хуйня. Это все прям вообще хуйня. Окей, ну это тоже. Хорошо. Хорошо. Да совалька! Тихо! Не надо так сильно. Куда же ты? Почему здесь нет ебан... Все ясно. Рука! А это какая? Нихера себе так далеко-то. Это все, это рука. Она уже пошла на спад. Все, рука перестала слушаться. Все, до свидосы. Рука, это все... Ох ты ж, ёб ты ж, спокойно, аккуратно, раз, красиво, два, замечательная дуга, я просто обучаю тебя параболам, вот эта парабола направленная вниз, точнее парабола, которая направлена вниз, как правильно называется, парабола направленная вниз, совершенно верно. Парабола направленная вниз называется парабола направленная вниз. А так она, собственно, и называется. Потому что странно называть параболу направленную вниз параболой направленной вверх. Я, мне кажется, за такое бы тебе поставил двойку. Но ты же так не говоришь, поэтому двойку я тебе не ставлю. А, все, закончилась минутка образовательная. Поехали дальше, потому что нам нужно допрыгнуть отлично. Вот нужно допрыгнуть туда. Это, кстати, один из сложных прыжков в этой игре, потому что он тренируется годами. Он не так легок, как кажется, потому что он тяжел. Он тяжел, и в этом, собственно, его пиздец, конечно... Здравствуйте. И в этом, блядь, его проблема. Он тяжел. Он тяжел, и в этом его проблема очевидно. Хорошо. Хорошо, допустим. Собственно, здравствуйте. Северяне такие чистые. Ты можешь, вероятно, жрать с пола даже. А, это ты меня... Ах, ты ж старый ты пёс, блядь. Он меня гнобит. Гнобит меня старый пёс. Сидит в углу какой-то, блядь, непонятный вообще человек с огромным там этим непонятным своим. И ещё меня учит жить. Я вообще-то, между прочим, если что... Я спущусь, извините, пожалуйста, у меня важный разговор. Я, если что, товарищ бородач, вообще-то одет. Вообще-то у меня доспехи. У меня вот буква Т посередине лица, понимаешь? Я рыцарь тёмного... стола, понял? Я рыцарь темного стола. Ты что ко мне пристаешь? Я без тебя знаю, как мне лучше прыгать. Раз прыгнул, два прыгнул, все. Окей. Сидит он, ебать, умничает. Вот эти вот вечно сядут, блядь, что-то умничают, там-то умничают. Сами сначала там, а потом уже умничайте, посидите, поняли, нет? Ебаный вас в рот. Не согласен я с ним совершенно сейчас вообще ни разу. Он вообще не, ну, не имеет права никакого. Он сидит внизу. Он сидит внизу, а я вообще-то, знаешь, я вообще-то наверху. Не надо мне вот эти вот заслуги, там вот эти. Я не видел этого, это пиздёж. Может быть, ты всю жизнь тут просто сидишь. Может, ты всю жизнь... Ай, блядь! Может, ты всю жизнь просто сидишь и спинаешь хуи. Учишься вот этих, вот, знаешь, умничаешь перед молодыми неопытными путниками. Я-то вот, пожалуйста, никаких слов, только действия, только дело, все заебос. А ты сиди там и помалкивай, на ничь ты какой, блядь, умник он сидит, нахуй. Собака такая. Спокойно, я уже здесь почти. Все, окей, вот он я. Адла-та-та-та, вернулись. Вернулись туда, где были. Спокойно. Раз, хорошо. Два, вот замечательно. Это два больших прыжка на всю. Они здесь вообще мне не... Ца-ца-арка! Ага. Это два больших прыжка, которые меня вообще не напрягают, потому что ты их тупо прыгаешь на всю. А на всю их тупо прыгаешь, и все замечательно. Так, смотри-ка. Раз, хорошо. Смотри-ка. Два, красиво. Смотри-ка. И раз. Отлично! Наверх. Вот, понимаешь, это как босс в Dark Souls. Понимаешь, как босс в Dark Souls. Ты, наверное, не знаешь, что такое босс в Dark Souls. Я тебе объясню. Если ты не смотрел прохождение Dark Souls, то ты не знаешь, что на самом деле босс в Dark Souls. Смотри-ка. Раз. Хорошо. Смотри-ка. И раз. И раз. Нет. И раз. Хорошо. Смотри-ка. И раз. Ты серьезно? Босс в Dark Souls, он пиздец. Босс в Dark Souls, он, знаешь, он непобедим только первый раз. Ага. То есть потом, когда ты его проходишь, я не знаю, что случается, но потом ты проходишь его всегда с первого раза. Это какая-то, возможно, боязнь, возможно, тряска рук, возможно, психологические барьеры. Возможно, что-то такое, что как-то мешает тебе первый раз босса победить, а второй раз он побеждается прям на раз. Поэтому, как бы, ну, типа, главное не ссыковать. Я тут уже был, поэтому... Ебать. Цацар! Ой, нихуя.
Поэтому как бы здесь ничего страшного уже не будет. Если я до сюда доходил, значит, я имею право дойти сюда еще раз. Даже не имею права, я, в принципе, умею. Я могу, у меня есть скилл. Если я там был, у меня есть тамошний скилл. Тут все логично, в принципе. Тут все идеально. Смотри, прыжки какие. Какие же, блядь, четкие размеренные, пиздец. Окей, допустим. Какие же четкие размеренные прыжки сейчас были. Почти такие, которые мне нужны, но чуть-чуть не такие. Но это ладно, не страшно. Вот зачем? Это вот, ну, чуть-чуть лучше передержать, чем держать, потому что, ну, зачем? Ну, конечно. И раз, хорошо. Два, красиво. Три, отлично. Мне все-таки кажется, здесь все-таки не каждая миллисекунда на счету. Здесь, типа, что-то есть какие-то, знаешь, промежуточки. Окей, промежуточки, пиздатые уточки. Смотри, раз, хорошо. Два, красиво. Смотри, и раз, хорошо. Асаймана. Аса. Да, так оно и было, так оно и было, так оно и было, так оно и есть, так оно и будет, так оно, пожалуйста, здравствуйте, это я рыцарь темного стола. Это я, да, здравствуйте, я прыжучк и темный, я темный и прыгуч, спокойно, аккуратно. Я темный и прыгуч, я гоняю стаи тучи, практически как ветер, только рыцарь, я темного круглого. Нет, нет, не круглого, нет, круглый это не наши пацаны, мы с ним вообще в терках, короче, если честно. Эти, знаешь, рыцари круглого стола, они все такие круглые, толстые. А мы стройные, молодые такие, знаешь, приземистые, мускулистые такие, прям хорошо у нас темный стол, все нормально у нас. Мы с ними совершенно разные, мы темный стол. Хорошо, и раз, хорошо, спасибо. И раз, отлично, красиво. И раз, заебись. И два, вообще все было бы нормально, если бы я почти попал туда, куда мне нужно. Но я не попал, потому что я не особо старался, как бы в этом ебать. Зачем вот это делать? Вот зачем ты это делал? Спасибо. Что? В смысле? Зачем? Пожалуйста, вот я тебе про это и говорю. Естественно, вот так берешь и все, и вот... Ты, блядь, дурак, нет? А есть читерская программа, которая запомнит все мои удачные ножи... Есть читерская программа, которая запомнит все мои удачные нажатия и будет их просто повторять потом. Чит-клав, чит-мышь, не знаю, что-нибудь такое, что запоминает мои пиздатые нажатия, и потом их мне просто повторять. Есть такое, нет, сейчас как называется? Я сейчас вот завел это все, и мне все само типа запрыгнуло, и все было хорошо. Ебать, зачем? Я бы это все сюда... Да серьезно, что ли? Я бы это все сюда просто занес, да и все. Во, дурак-то. Ой, в смысле, дурак. Ты молодец, спокойно, не надо. А, сука, сильно. Ты заебал падать в эту дырку, я в эту дырку никогда в жизни не падал на тебя. Реально, я не падал сюда вообще уже ни разу. А ты собака такая, да, представляешь? Еще вот эти, вот, блядь, напряжные вот эти падения, которые нужно, короче, лишний раз вставать. Мне кажется, специально сделать, чтобы он с вас с большой высоты немножко это... Зачем, блядь, ты... Вот это вот, зачем он это делаешь? Вот это! Вот это зачем он делает, скажи мне? Скажи мне, зачем он это делает, сука? А затем, падла, затем, сука. А затем, чтобы... Чтобы вот зачем. Чтобы я в порыве паники и лишних нажатий еще раз его выкинул нахуй еще дальше, чем ему нужно. Так и нужно, так и сделано. Эти серьезно. Так оно для этого и сделано, блин. Для этого оно и сделано, сука. Серьезно. Я раскусил главную фишку игры. Главное прыгать на максимальное расстояние. Делать так, чтобы расстояния были максимальными. Тогда у тебя гораздо меньше шансов промахнуться. Серьезно. Если тебе нужно прыгнуть на маленькую хуйню, то лучше прыгать издалека. Чтобы точно на нее попасть. Тут 100%. Смотри. Смотри, я про что имею в виду. Смотри, вот берешь так. И раз, хорошо, вот так вот. И раз, красиво. Пизда. Угу. Вот смотри. Вот. Смотри, раз, хорошо, смотри-ка, опа, красиво, опа, хорошо, а вот это, да вот они, вот они, вот они, эти ебаные лишние нажатия, вот они, сука, я начинаю встать, говорю, падла, встань, он вместо этого еще раз прыгает, блядь, собака такая, давайте, короче говоря, на этом закон, have you seen the flowers on top of the tree? Видел ли ты, говорит, цветы на верхушке деревьев? Не думаешь, что они пахнут хорошо? Хе-хе-хе. Да, я там был. Да, я нюхал. Это он... Типа открыл рот и ржет, сидит. Над этими старческими шутками. У него сопля из носа, блядь, он спит. Короче, ладно, давайте на этом закончим. Я, кстати, только сейчас подумал, что мне нужно, на самом деле, оставлять вообще, в принципе, все, потому что, как бы, если я за себя загоню чуть-чуть этого, то я закрою большую часть экрана, это будет не очень хорошо. Поэтому здесь справа будет пусто, но это чисто для того, чтобы... хорошо и лучше оно смотрелось. На этом, собственно, все. На этом, собственно, все. Выздоравливайте, не болейте. Себе я тоже скажу то же самое. Однажды я прыгал так высоко, что почти добрался до детки на одном листике. Это было заебись.
Опять мой рыцарь ржет над его смешными шутками. Короче, как-то так. Все, ссылка будет с остальными. Я не знаю, давай гляшками или выносим в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Instagram. Всем пока. Раньше здесь был мат.